Доброго времени суток. Вы на канале Ну что, свяжем? Я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать всех новичков, гости на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео и заглядывайте в плейлисты. Узорчиков вы видите уже очень много, поэтому для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. То есть на главной странице, там, где а, написано видео, главное, плейлисты, сообщество и так далее. Да? Вы нажимаете на плейлист, выбираете нужный вам плейлист, смотрите. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарий. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. Ну а своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, слова благодарности, много разных стран, много разных городов, много очень добрых, приятных слов, спасибо вам большое, вы моя большая группа поддержки, и я к вам сегодня с новым узорчиком. Сегодня у нас будет вот такая вот расцветочка, схемки не будет, поэтому смотрите, слушайте, наблюдайте. Итак, это у нас ниточки Yarn Art baby Хочу сразу же вам э, уточнить, вы вяжете из любых ниток, не обязательно из таких, которых показываю я, да? То есть вы берете те нитки, которые вы планируете непосредственно использовать в вашем изделии. Я показываю на ниточках, которых показывать удобно образцы. Итак, у меня это стопроцентный акрил, да, 50 грамм, 150 метров, небольшие моточки. И у меня это получается, так, простите, говорит нам по поводу крючка, 3,5 миллиметра. Берите, будет вам удобно. То есть вы берете свою пряжу и точно так же оцениваете ее, каким крючком вы будете вязать, да. Итак, кто давно на канале знает, что я делаю небольшие образцы, да, буквально в районе 30 петелек. И сегодня мы с вами э, точно так же будем набирать, получается, 31 воздушную петельку. Так, то есть в пределах 30. Набираем, как всегда, никаких особенностей. Итак, зафиксировали. Есть. И теперь 31 воздушная петелька. Поехали. Раз, два, три, четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать двадцать один двадцать два двадцать три двадцать четыре двадцать пять и тридцать вот наш будущий образец теперь мы с вами будем делать целый ряд столбиками без накидов воздушная петелька отступили от крючка вторую петельку раз два нырнули во вторую петельку, вытянули ниточку и провязали столбик без накида. То есть ничего сложного. Вы все уже умеете, вы все знаете. Новички, смотрите, каждую петельку шагаем, в каждую петельку цепочки шагаем и провязываем столбик без накида. Вот, опять, каждая петелька не пропускаем. Если вы набираете точно так же, как и я, да, 31 воздушную петельку, должно получиться 31 столбик без накида. Если вы набираете свое количество петелек, то, естественно, швы должны понимать, что количество столбиков должно равняться количеству петель. Все, давайте вот так вот до конца ряда, чтобы у вас получился вот такой вот интересный жгутик. Да? Давайте до конца ряда, в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наш первый ряд готов. Столбики без накида, все ровненько, все аккуратненько. Теперь, смотрите, делаем 2 воздушные петельки. Раз, два, поворот. И сюда же, в этот же столбик, ныряем и провязываем Полустолбик с накидом. То есть 3 петельки на крючке у нас, да, сделали накид, вытянули ниточку. И теперь все петельки 3 вместе провязываем. Раз. Это полустолбик с накидом. Воздушная петелька. Пропускаем один столбик снизу. В следующий столбик вводим крючок и провязываем точно так же полустолбик с накидом. То есть сделали накид, вытянули ниточку, и все три петельки вместе. Раз. Воздушная петелька. Значит, снизу пропускаем один столбик. В следующий столбик ныряем вытягиваем ниточку и провязываем опять вместе петельки все воздушная петелька и так далее точно так же до конца ряда столбик пропускаем следующий ныряем вытягиваем ниточку и провязываем все петельки вместе у нас получается как бы вот такие вот небольшие окошечки видите да все и вот таким образом вяжем до конца ряда не пропуская так скажем не увеличивая не уменьшая количество наших столбиков делаем вот такие вот окошечки вагончики а в конце ряда я вас встречу договорились вот видите такие окошечки. Давайте до конца ряда. Так, смотрите, практически закончили до конца ряда. Я показываю, как мы заканчиваем. Воздушную петельку сделали. И вот у нас была, помните, петелька подъема воздушная одна была. И вот мы в нее, получается, ныряем и вытягиваем ниточку и провязываем, по идее, полностью, да, наши все три петельки. Но здесь я хочу ввести новую ниточку, новый цвет. Смотрите, я оставляю петельки на крючке и провязывать их буду уже новой ниточкой возьму белую для контраста так и раз и провязала далее по узорчику у меня тут две воздушные петельки две воздушные петельки сделала и так подтянула зелененькую подтянула беленькую видите все ровно аккуратно поворот далее смотрите теперь внимательно делаем накид ныряем сюда же да вот сюда же нырнули аккуратненько и провязываем опять полустолбик с накидом есть а теперь смотрите внимательно приступаем непосредственно к самому узорчику делаем накид ныряем вот в это наше первое окошко нырнули вытянули ниточку держим на петельки все на крючке опять накид а теперь смотрите внимательно мы с вами пропускали помните в предыдущем ряду столбик так столбик так вот ныряем получается в этот столбик вытягиваем ниточку и опять вот так вот держим на крючке накид теперь ныряем в следующее окошко нырнули в следующее окошко вытянули ниточку и провязываем все вместе провязали зафиксировали то есть вот должна получиться вот такая вот как бы лапочка да далее накид что делаем опять сюда же в это же окошко ныряем раз потом накид вот под этим окошком под этим же находится столбик мы ныряем в этот столбик, вытягиваем ниточку, подтягиваем также все вместе. Накид. Следующее окошко. Ныряем в следующее окошко, вытягиваем ниточку. И вот у нас сколько петелек на крючке. Их все вместе провязали и обязательно зафиксировали. Понятно? Вот такие вот лапочки получаются. Опять накид. Сюда же ныряем, вытягиваем петельку. Накид. Ныряем вот это же окошечко, да, вот наш столбик. Мы в этот столбик опять ныряем, вытягиваем ниточку, все петельки на крючке, накид и шагаем в следующее окошко. В следующее окошко. Нырнули, вытянули ниточку. И провязали, обязательно зафиксировали. Понятно? Вот такие вот куриные лапки назовем их. И все. И так далее до конца ряда. Раз, в окошко, потом под окошком столбик, накид и. Следующее окошко. Да, то есть не забываем делать накиды. Провязали, обязательно зафиксировали. Опять накид. В окошко в это же. Под окошком столбик. И в следующее окошко. Провязали. Зафиксировали. Накид. В окошко. Накид. Под окошком столбик. Накид. Следующее окошко. Провязали. Зафиксировали. Понятно? Вот. Вот такая вот должна получаться у вас красота. Изнаночка. Лицевая сторона. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Угу. Покажу, как будем заканчивать ряд. Давайте. Так, смотрите. Практически довязали до конца. Видите, как интересно получается. И смотрите, как мы заканчиваем наш ряд. Вот. Опять мы провязали последнюю лапку. Накид. Ныряем в это же окошко. Раз. Накид под окошком столбик. Два накид. Помните, да, мы здесь сделали петельки подъема, и потом у нас был полустолбик. Вот, ныряем, получается, между петельками подъема и полустолбиком, вытягиваем нашу ниточку, и опять все вместе провязали, и обязательно зафиксировали. И теперь присоединяемся, вот у нас были две петельки подъема, ко второй петельке подъема присоединяемся, вытягиваем ниточку, опять провязываем три петельки вместе. Оп! Как бы вот наш ряд закончится, да? Далее вы можете продолжать Этой же ниточкой, другой ниточкой, то есть как хотите. Я хочу при, ну, присоединить еще одну новую ниточку, пусть это будет в моем случае красный цвет, да, вот так скажем, новогодние цвета. Итак, вот остаются три петельки, и я точно так же, как в предыдущем ряду, буду добавлять новую ниточку, вот в моем случае красная. Итак, провязали, и опять сделали две воздушные петельки подъема, раз, два, они необходимы нам по узорчику. Подтянули белую ниточку, подтянули красную ниточку. Все. Поворот. Делаем накид. И ныряем сюда же. Вот сюда же, где мы присоединяли, получается, провязывали нашу красную ниточку. Нырнули и провязали опять полустолбик с накидом. То есть три петельки вместе провязали. Раз. А теперь смотрите. Будем повторять наш предыдущий ряд. Смотрите, чтобы не запутаться. Итак, у нас опять есть окошки, да, если внимательно посмотрите. раз окошко, два окошка, три окошка, есть окошки. Итак, накид, ныряем в первое окошко, нырнули, вытянули ниточку, так. Далее, накид, смотрите, вот у нас, видите, там где от, от белой лапки получается, вот у нас вход, да, получается, там где был столбик, ныряем, там же где белая лапка, вытягиваем ниточку, накид следующее окошко вот окошко нырнули вытянули ниточку все вместе провязали зафиксировали опять накид внимательно смотрите видите вот окошко вот под окошком столбик да видите вот ныряем окошко накид под окошко так накид следующее окошко вот его хорошо видно нырнули вытянули ниточку опять все вместе провязали зафиксировали и опять в окошко накид под окошко вот видно да видите под окошко накид и в следующее окошко все провязали опять зафиксировали и так далее провязываем опять до конца ряда это несложно все ваши окошечки очень хорошо видно обязательно попробуйте свяжите самостоятельно вяжется легко узорчик получается объемненьким, таким пузатеньким очень интересным. Итак, вот так вот вы не забывайте фиксировать. Вот так вот провяжите до конца ряда, видите? Еще одни лапочки пошли. До конца ряда, в конце ряда я вас опять встречу. Давайте. Так, гляньте, как получается, необычно красиво, да? Итак, опять получается, мы провязали последнюю нашу лапочку. Не забываем зафиксировать. И вот наши две петельки подъема. Мы ныряем вот в эти две петельки подъема. Вытягиваем ниточку и переключаемся на новый цвет. Вы можете присоединить уже четвертую ниточку, да, потом будет пятая, шестая, то есть можете взять из остаточков, шикарно будет. Я возвращаюсь к первому цвету, смотрите как. Беру опять зеленую ниточку и провязываю последние три петельки. Раз, сильно зеленую ниточку не тяну, потому что могу зажулькать край. Опять две воздушные петельки подъема, поворот, и сюда же я ныряю, и опять провязываю опять три петельки вместе, полустолбик с накидом и опять шагаю точно так же по окошкам. Видите, все то же самое будет повторяться. Окошко, под окошком, следующее окошко. Окошко, под окошком, следующее окошко. Окошко, под окошком, следующее окошко. Понятно? То есть ничего сложного. Итак, давайте вместе. Окошко, вот под окошком, видим там, где красная ниточка у нас присоединяется, туда же ныряем, накид и следующее окошко. Провязали, зафиксировали. Опять сюда же, в это же окошко, накид. Вот видите, где ножка у нас красная. Ныряем сюда же под окошком и в следующее окошко. Все. То есть ваш узорчик да, будет состоять всего лишь из одного ряда. Ваша задача просто-напросто менять цвета. И все. Если вы захотите связать, например, детский плед, то это может быть одним цветом. да? Это будет очень красиво. Он будет такой воздушный, не нежненький, мягенький. Любые ниточки берите. Это может быть кардиган, кофточка, все что угодно. Да? Итак, смотрите. Красота. Давайте до конца ряда. Угу. И даже мы с вами можем увеличить наш образец на несколько рядочков и в итоге показать, что получается. Давайте до конца ряда, в конце ряда, я вас встречаю. Итак, смотрите, покажу, как заканчивается наш ряд. А еще раз покажу, как мы присоединяем новую ниточку. Беленькую. Да, в моем случае зелененькая, беленькая, в вашем случае может быть любая другая. Опять три последние петельки провязываем вот так, вот вместе. Сильно беленькую не тянем, чтобы крайне зажулькать. 2 воздушные петельки, поворот. И сюда же опять ныряем и провязываем полустолбик с накидом. Есть все. И пошли дальше точно так же. Окошко вот где зелененькая ниточка заходит. Да, под окошком и следующее окошко. Провязали, зафиксировали. Итак, я надеюсь, узорчик несложный. Так, давайте вы. Увеличите образец на несколько рядочков самостоятельно. И я тоже увеличу и покажу, что в итоге получается. Договорились? Все, давайте увеличиваем наш образец. И потом я показываю, что получилось. Встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, какая получилась красота. Несколько рядочков провязала. Гляньте, какие пухляшки образуются. Очень интересно. Он такой а, плотненько объемненький, мягенький. Красота. Вы, конечно, помните, да? Вы можете брать любую расцветку, вы можете даже брать в один цвет, то есть как душе угодно, как пожелаете. Вот так вот он тянется, чуть-чуть, да? Тут получается побольше, так вот тянется. Очень легко вязать, очень быстро вязать на самом деле, и действительно получается за счет вот этих вот петель, да, за счет этих лапочек, получается узорчик быстро растет. Так что обязательно попробуйте. Я взяла, конечно, такую расцветку как бы новогоднюю, да. Вы можете взять любую другую. Я даже связала небольшой образец из просто чисто ниточек, да, из белых. Видно узорчик, видите, видно. И он такой как бы колосочками такой. И вы можете сделать колосочки наверх, да, можете вниз сделать, как угодно. Вот у меня недавно спрашивал узорчик для жилеточки. Чем вам не узорчик для жилеточки, да? Кофточка, кардиганчик, это снуд, это шарфик, это шапочка. Шикарно. Идей море. Давайте замерим. Итак, если это же плотность вязания, этот же крючок, это же пряжа, да? То есть, как бы я вот именно своей пряжей, своей плотностью вязания. Ну, вот с половиной сантиметров. Это 31 воздушная петелька. А тут, получается, мы набирали 1, 2, 2 ряда зелеными ниточками. Так, и заканчивала я, получается, провязала еще один столбик без накида. То есть, три ряда. А здесь, получается, по одному цвету на каждый ряд. Начнем с белого. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 рядов. Давайте замерим. Так. Ну вот, 11,5 сантиметров. Тоже интересно. Тоже шикарно. Он сам по себе, конечно, такой, кажется как бы пузатенький. Видите? такой Естественно, вы точно так же можете располагать узорчик. Он у вас может смотреть лапки вниз, да, вот такие. А могут смотреть и наверх. Видите? Шикарно. Обязательно надо попробовать секционные пряжи, как будет смотреться. Будет ли повторять данный узорчик, да? Видно ли будет его? И, естественно, попробовать из разных видов пряжи. Летние, да, маечки, топечки Либо это зимние, такие теплые, большие, такие, да, секционного окрашивания, обычного окрашивания. В общем, универсальный узор для многих изделий. Даже если вы посмотрите, даже если это будет юбочка. Она будет такая зимнего варианта юбочка. Очень интересная, очень такая классная, интересная. Итак, Пишите комментарии, куда можно использовать данный узорчик. А также, если вы уже вязали данным узорчиком, расскажите, где вы его использовали. Дайте чатам совет, так скажем. Вы же большие дизайнеры. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, комментарии пишите. Жду обязательно. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал, потому что впереди много нового и интересного. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда будут новинки на сайте. И под видео внизу здесь справа стрелочка Поделиться с друзьями. Нажимайте, делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Заранее спасибо вам большое. И спасибо, что досмотрели видео до конца. До новых видео. Всем ровных петелек. Пока-пока.